Сегодня карагандинские дорожные полицейские вышли в рейд по свадебным кортежам. Ярко украшенные автомобили зачастую являются злостными нарушителями правил дорожного движения и создают аварийные ситуации на дорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие так и назвали – кортеж. Сергей Высокосов с подробностями. Ах, это свадьба. Но кто же не любит быстрой езды? Свадебные кортежи просто соревнуются, кто произведет больше шума в городе. Новобрачным и гостям весело, а вот другим участникам дорожного движения порой не до веселости. Сейчас на улицах Караганды очень интенсивное движение. Идет ремонт дорог, а тут еще и кортежи с песнями. С одной стороны, не хочется портить настроение молодым, а с другой ведь создается аварийная обстановка. Колонна выстраивается в несколько рядов. Из окон и люков во время движения высовываются гости. Даже двери умудряются открывать на ходу. Еще мода пошла вместо государственного номерного знака вывешивается табличка с именами молодоженов. Оригинально, но является нарушением правил дорожного движения Республики Казахстан. На сегодняшний день здесь наши сотрудники будут проводить профилактическую работу непосредственно с водительским составом, будут предупреждать о недопущении нарушения правил дорожного движения при движении в колонии. Первый день рейда направлен на профилактику нарушений правил дорожного движения. Автоинспекторы пожурят водителей и объяснят их ошибки. Но в дальнейшем будут применяться меры административного воздействия, то есть будут безжалостно штрафовать. Рейд продолжается. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский.